Всем привет, велосипедная комьюнити! И вот и снова я выехал на свой очередной заезд. Посмотрите, в каком березничке я нахожусь. Просто вокруг одни березы. Не молодые уже. Там какой-то скворечник вроде. Или кормушка, давайте посмотрим. Я сейчас нахожусь возле дачи Куракиных. То есть это сад, парк небольшой Куракиных. Посмотрите, ребята. Чисто домик целый. Я, короче, в березничок-то вот этот заехал, чтобы видео начать. Вон велосипед возле березоньки-то стоит. Мигает вот так вот. Фонарь мой. Там вроде даже не просто мигает, а сигнал СОС подает. Посмотрите, ребята. Видишь, это же сигнал СОС. Или какой-то сигнал подает все-таки. Стратоскоп. Стратоскоп или что-то. Давайте теперь продвижемся. У нас было одно видео. Дача Чернова. Вон она там виднеется. С той стороны Невы. А в этот раз я решил проехаться именно по этой стороне. По березничку-то. По березничку едем на шоссейном велосипеде. Все меня не шоссе привлекает, а именно вот такие вот лесные массивы, барханы. Почему-то. Здесь такие тоже возвышенности. Вверх-вниз. Тут должна быть где-то дача Куракиных. Вот аккуратно против дачи Чернова и еще одна поместье Куракиных. Каналы, прямо, наверное, с Невы вот эти каналы идут. Кстати, очень много яблонь здесь, как в яблоневом саду. И такая маленькая кормушечка. Посмотрите. Для воробышков. Там, по-моему, написано Невский район. А вон, по-моему, дача поместья этих Куракиных-то и есть. Вот это? Просто других я здесь не замечаю. Здесь импровизированное футбольное поле небольшое. И кроме вот этого здания... В этом парке я ничего не вижу. Посмотрите. Ой-ой-ой-ой. На контактных педалях можно навернуться хорошенько. Курение запрещено. Вот. Нам не в этом дело, нам нужно дальше. Срочно продвигаться дальше. Тоже вдоль Невы сначала, а потом там посмотрим, куда-нибудь заберемся, может быть. Интересное что-нибудь найдем. Ребята. Тут тоже такие, как будто царские. Из кирпича. Здания двухэтажки. Видно, что именно царские как будто. Посмотрите, вот раздолблено. Вот здесь вот... Что примечательно, ребята? Знаете, что вот это такое? Вот это вот выдолблено. Это, ребята, походу дымоход. Посмотрите, все, потому что сажа прогоревшая. Видите? Туда даже там столько паутины, вон туда вас могу засунуть вас. Это реально, реально вот это дымоход. Только почему он здесь раздолблен и почему он с этой стороны? Все заделаны, посмотрите, то ли пароходы, то ли витражи были, там тоже окна заделаны. Удивительно. Посмотрите, какое. И черемуха распустилась у нас. Не только черемуха, это вишня вроде. Посмотрите, какой сад красивый. Давайте ближе к Неве уже сейчас продвинемся и там дальше поедем. По этой стороне. Двери электрические открываются, ворота. Едем дальше, ребята, по назначенному нашему маршруту. Сегодня, кстати, тепло, погода хорошая. Уже практически на следующей неделе начинается лето. Уже конец мая, ребята, уже все распустилось практически. Вон она уже Нева виднеется. Сейчас мы к дороге продвинемся и дальше уже по этой дороженьке-то и двинем, посмотрим, что там есть. Тут какой-то бар или ресторан какой-то. Посмотрите, в восточном стиле. Фасад, видите, как обделан, сделан. А вот она, Нева. Невушка наша родимая распространяется. И вот здесь такие импровизированные фонтаны, не знаю, работают или нет. Наверное, выключили. Вижу воду, что там вода есть. Это Куракина дача, ресторан, бар, кафе. Неужели фонтаны эти работают, ребята? А тут вот такой вот Дмитрий Фурманов называется. Пароход. Или как это еще называется? Круизный лайнер, небольшой. Это, наверное, карликовый круизный лайнер из вообще всех круизных лайнеров. Дмитрий Фурманов. Как корабль назовешь, так он и поплывет. Ну а я выскочил на дороженьку, на проезжую часть. Кричу, потому что мало ли ветер, мало ли меня не слышно, чтобы все меня хорошенько услышали. Вон она, небо. Тогда видео по той стороне мы.
мы лупили. Несколько видео даже было. Не исключаю, что еще когда-нибудь туда поедем. Может быть, даже скоро. В ту сторону, в Слободу. И дальше туда. Там же столько всего интересного. Столько интересного может быть. Лэп, ребята, лэп! Тут еще один такой, по-моему, еще меньше круизный лайнер. Антон Чехов написано. А там еще меньше. Видно то, что советский какой-то. Старого образца. Здесь на углу здание такое, полукруглое. Как я люблю называть, пузатое. Посмотрите. Оно реально пузатое, толстое такое. Во всех видео что-то у меня пузатое, толстое. Это у меня триггер, наверное, какой-то. Посмотрите, какое интересное. Новостроечка. Погода просто шикарная сегодня. Просто невероятно. Тепло. Тут интересная постройка, не постройка, а церковь здесь. Старые, 1790-е, по-моему, постройки, я читал. Или какого-то года, конец 18 века, ребята, посмотрите. Они называются Пасха и Кулич. То есть вот это вроде Пасха, а вот это Кулич. Либо наоборот, либо вот это Кулич, либо это Пасха. Там наверху вот этого пирамиды, часы и колокольня. Давайте, может быть, проедем поближе, может быть, можно запечатлеть. Сегодня, к сожалению, у меня нету ничего подающего дать, ни мелочи, ничего. Вот, посмотрите, кулич или Пасха? По-моему, вот это Пасха, а кулич справа стоит. Невероятно. Там даже вот написано, в память твоих щедрот Натаха, там буква одна отвалившись, в 1785 году. И что примечательно, 1000, единичка, там не как у нас обычная, мы привыкли единицу, а как будто буквой L. 1785 год, ребята. И вот здесь вот рядом, тут где-то, она сама выглядит, как будто такие колонны здоровые, огромные. Апсид-то где? Здесь вижу еще примечательнее примечательного масонский знак всевидящее око, видите? Барельефы мои излюбленные. Посмотрите, какая колокольня, там маленькие, большие колокола сверху, не знаю. Часы вроде, они, может быть, и раньше были, но сейчас вижу, что они, это просто картинка. Кулич, ребята, кулич. Видите, какая пирамида здоровая. Есть еще такие постройки у нас? Да, реально, вон вижу колокольчики. Интересно, служебное помещение, туда, наверное? Туда, наверное-то входить-то нельзя. Колокольни, вот когда они колокольчики. Колокола-то звенят, наверное, красиво. Вот так вот вокруг мы обошли. Там где-то табличка есть, я увидел тоже краем глаза. Давайте посмотрим. Памятник архитектуры 18 века. Здание Троицкой церкви построено в 1785 году. То есть уже по-нашему написано. Архитектор Н.А. Львов. Знаменитый архитектор. Очень много построек у него. Охраняется государством, ребята. Ну что, ребята, по пути нам встретилось, как говорится. Давайте тогда теперь туда уже продвинемся. По маршруту нашему. Назначенному. Как вы уже знаете, ребята, я живу по строжайшему, ну и как строжайшему, может быть, не так сильно строжайшему, режиму. И всегда ограничиваюсь то, что время, мне нужно прием пищи совершить. И сегодня я подстраховался, чтобы спокойно ездить, снимать, кататься по моим назначенным маршрутам. И с собой взял свой прием пищи, который я делаю 12 часов дня. И знаете, куда я его засунул? Вот здесь. То есть я еле засунул в контейнер, сзади в джерси, в карман. Там сделал, ну я вам уже в одном видео рассказывал, творог в блендере с какао, с бананом, с орехами, с молочком. Все это взбиваю, как творожок получается, импровизированный, вкусный. Белковая протеиновая бомба. И что вот тут сейчас я заметил? Какое-то здание вообще полностью заброшенное. Полностью. У него окна вообще все повыбиты. Даже есть какие-то стекла, витражи. Все выбиты. То есть огромное здание. Там внизу много граффити. Пашок написано. Причем здесь везде Пашок написано на многих зданиях. Целое здание вот это угловое заброшенное. Давайте туда переберемся, на ту сторону. Попробуем посмотреть. Там труба такая огромная, огромная. Просто все выбито и горело все. Тоже, как во всех зданиях заброшенных. Почему? Во всех заброшенных зданиях все горело. Все люди через пешеходный переход, а мы через рельсы. Ну, чтобы поближе к зданию подойти, снять его. Посмотрите, какое. Оно здесь уже не один год такое заброшенное стоит. Вон Пашок написано. Интересно, можно куда-нибудь тут забраться внутрь? Я-то весь сверкаю, блещу, и с километра видно меня. Вон, все облуплено. Не знаю, как туда можно забраться, здесь все перегорожено. Целое многоэтажное здание. Это получается раз, два, три, четыре, пять. Пятиэтажка. Еще, наверное, подвал и чердак есть. Там все
все перекрытие проломлено, прям пол видно, то, что видно, вон, обвалился. Давайте туда куда-нибудь во дворы заедем, может быть, где-нибудь пролезть можно туда посмотреть, хотя бы краешком глаза. Все-таки так интересно. Пашок, привет тебе, друг мой сердечный. У нас в городе очень много таких зданий заброшенных. Там вон даже подвал есть, вот туда залезть-то можно. Не знаю, плечики бы... Не, я сюда бы точно, сюда бы мог залезть. Там видно, стаканчики какие-то валяются, мусор. Стекол много. То есть подвалы все повыбиты стекла, то есть сюда пробираются даже. Посмотрите, двери все забиты вот этими листами железными. Ну, раньше туда залезали. Сейчас, видите, все забито железными листами. Все двери, все вот эти вот парадные. Смотрите, какие двери, какие маленькие. Они низкие, узкие, я не знаю. А вот здесь вот еще старая дверь осталась. Смотрите, какая старая. Тут даже лестница, парадная, номера, квартиры остались. Ну, туда видно то, что лестничная площадка, клетка. Лестниц практически всех не хватает. А куда они? Они что, сами по себе разваливаются? То есть падают эти лестницы? Или люди их кувалдами или перфораторами долбят, что ли? Почему они разваливаются? Вон там целая квартира горевшая, как будто. Видно шпалы какие-то, потолок. Все парадные листами забиты. Целое здание заброшенное. В черте города, не на окраине где-то. Вот с этой стороны тоже все окна повыбиты. Почему еще примечательно, все окна выбиваются? Там какие-то вагончики, как будто, наверное, охранники живут. А вот с другой стороны, как выглядит это все дело. Как в Припяти, посмотрите, действительно. Вот на крышу бы пробраться там высоко, интересно было бы. Посмотрите, какое кресло, можно сесть, отдохнуть. Причем оно еще на нормальном таком виде. И на фасаде тоже все нарисовано, всякие смайлики разные, разновидные. Стекла, кстати, с этой стороны больше осталось. Там дальше уже я видел какие-то вагончики. То ли охранники живут, то ли непонятно. Но кто? Интересно, кто там живет в этих вагонах? Туалет БИУ стоит, то есть кто-то здесь живет, охраняет. А там тоже все забито, двери нету. Да, раньше был проход свободный, теперь все задолбали. Опасная зона, вот правильно написано, опасная зона, видите? Тут все забито, абсолютно все позабивали. Все позабивали, нету даже живого места. Окна сверху как-то можно туда, наверное, пробраться? С велосипедом-то, сами понимаете, как я туда заберусь. Тем более сейчас средь бела дня. Еще вот в таком одеянии, то что меня с километра видно. Здание-то очень интересное. Но вот видите, я проехал вокруг него. Ни одного места, где можно забраться, только если на второй этаж как-то пробираться. Ну что, двинем дальше? Велосипедное комьюнити. Там вон справа вообще дачные участки, не знал, что они здесь есть. То есть заборены. Смотрите, дом двухэтажный, старый. Как еще не снесли по системе реновации. Вон дачные участки, посмотрите. Там какой-то пирамидальный дом, вообще интересный. Вот даже не знал, что он здесь есть. И, смотрите, дома прям в черте города строят. С заборами. Забор-то деревянный, а сам здание вон в замковом стиле. Вечная память, крест. Здесь оборонительный пункт был, наверное, док. 1941-1945 год. Он такой весь в смоле. В гудроне. Оборонительный дом. А, ребята, интересно, вот он внутрь туда, а там кошечки живут. То есть туда я вижу, вот с которой с этого отверстия стрельбу вели огонь по врагу. И видно то, что кошечек кормят, видите? Вон, посмотрите, кошечек мокрый корм и сухой лежит в мисочке. Там, наверное, они живут, сейчас обитают дикие кошки, котята. А туда дальше вроде и не пройти, вот здесь, где все огорожено забором. Опасность. Данжер! Осторожно, объект охраняется собаками. Собак мне еще не хватало в этом видео. В каждом последнем видео собаки. Туда можно пробраться, интересно? Тут возле вот этого замкового, типа с куполом каким-то, с мезонином. Вот здесь вот такой дом с куполом, с пирамидой. То, что мы пирамиду сегодня видели. Посмотрите, какой необычный, самодельный какой-то. Кто-то живет. Вон, посмотрите. Вроде вот здесь вот можно пробраться на ту сторону. Там вижу какие-то заброшенные здания. Давайте попробуем вот здесь вот пробраться сквозь вот эту череду бутылок, мусора и лесного массива такого дикого. Вроде бетонные плиты какие. Там, я не знаю, проберемся или нет, сейчас будем пробираться. Там вроде кат дальше будет. Вон, посмотрите, все заросшее, все в каких-то покрышках, как обычно. Какие-то куртки непонятные, камни. Вот здесь вот я не знаю, как пробраться. Наверное, через вот эти все заросли проберемся как-нибудь. Потому что тут вот здесь нигде не пролезть. Там вообще кошку вижу, и заборено выломанную. Нам типа нужно туда срочно. Понадобилось срочно здесь пройти. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Деревья. Вот здесь, среди череду мусора алкоголического. Пробираемся через бутылки. Главное не порезаться. У меня же балеточки-то. О, здесь все. Тут ладно, не полезем. Там запретная зона. Написано было «Данжер». Поэтому здесь велосипед тащу. Посмотрите, какие здесь воронки просто выбоины. Слышу, там дорога. Я просто туда хочу пробраться. Стекол много, поэтому несу велосипед. О, посмотрите, там заброшенные здания какие. Тоже стекла выбиты. Туда не полезем, там, наверное, охрана.
Здесь какое-то кольцо. И березонька растет из этого кольца. Такие кольца обычно в колодец зарывают в колодец. Лесные массивы, ребята, лесные массивы. Как-то пробраться туда надо, на ту сторону. Здесь как будто стан огороженный, вон, видите, импровизированный, как будто забор. И матрасы, матрасы пошли. Тут не провалиться бы нигде. А вот еще один док какой-то. Посмотрите, вон, как будто док. Видели док? По-моему, здесь тропинку нашел. Вот она, тропиночка. Там вообще все так густо все. Такие кусты, деревья вообще непонятные. Шмель, шмель, ребята. Вот они, диалоги о животных. Посмотрите, шмель. Тогда его не видно было в видео. Сейчас прям в упор могу снимать. Ой, полетел. Видите? Док вообще раздолбленный. Вижу кат отсюда. Мост. Прямо огромный мост. Борщевика, как обычно, много. Сейчас будем через него пробираться. Через этот борщевик. Я на велосипед боюсь садиться, проезжать здесь. Потому что мало ли чего. Я не видно ничего. Через череду. Туалеты, туалеты пошли. Деревянно. А зачем здесь такие туалеты сделали, я не понимаю. Для кого вообще? Вон он, кат виднеется. Вышли на какую-то заправку Роснефть. Просто вышли. Из леса, из тайги как будто какой-то вылезли. Кстати, сегодня могут дожди пойти. Вообще обещали на сегодня дожди. А это кат. Вот он туда распространяется дальше и пошел, пошел, пошел. Видите заворот какой здесь? Сейчас мы туда и поедем, в ту сторону. Ну а мы, ребята, двинули дальше, возле вот этого када. Посмотрим что-нибудь, куда мы едем. Удастся ли что-нибудь еще интересного где-нибудь посмотреть? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ребята! Посмотрите, здесь рельсы. Здесь рельсы какие-то. Просто возле этих рельс, они такое ощущение, что заброшенные. Но нет, там вон светофор. Здесь прям вырезанные рельсы. Посмотрите. Газовой резкой видно то, что резали вот это вот, видите? Рельсы отрезанные. И здесь какой-то заброшенный вагон. Посмотрите, целый вагон заброшенный. Это прям возле када. Посмотрите, какие тучи черные-черные. Солнце проглядывается. Надеюсь, дождя не будет. Посмотрите, какой. Интересно, он заброшенный или нет? На товарниках. Просто вот он я возле товарника. Реально заброшенный или нет? Туда куда-то уходит дальше железная дорога. Стрелки. Ну, они ржавые. Видно, как будто, когда вот такие ржавые, то, что значит понятно, что по ним уже давно никто никуда не ездит. Может, заберемся? Вот он, я забрался в вагон на товарниках. Куда-нибудь двинем сейчас, может быть? Ну, в балетках. Прям как будто, не знаю, кувалдой так нельзя же пробить. Интересно, чем это? Это чтобы он балетки ставить? У меня пластиковые балетки, поэтому надо аккуратно. А здесь уже мусора накидано, посмотрите. Какие-то контейнеры. Кранами их цепляют, а потом, видите, они створчатые такие. Все в мусоре. Сейчас вон там церквушка, видно, с синей крышей. А мы туда ломанем сейчас. Сейчас только надо пуститься. Балеточки, вот бы не сорвать. Балетки, потому что пластиковые, еще раз повторяю. Аккуратно. Вот он, велосипед. Ну что? Ну что, ребята, велосипед на комьюнити. Двинем дальше. Здесь какие-то вообще заросли пошли. Непонятные. Это практически окраина Санкт-Петербурга, Петрограда нашего родимого. В прошлый раз в центре где-то ползали. Сегодня ползаем возле када в каких-то заброшках. А вон здесь как раз-таки от железной дороги, помимо рельс, еще шпалы бетонные. А вон там как раз-таки метро и вижу. Наверное-таки Обухово есть. Вот оно, метро Обухово, ребята. Давненько я здесь не был. Вон за велосипедным комьюнити мы сейчас как раз таки и поедем. Ждать не будем, как и комьюнити поедем. Здесь какие-то вообще извилистые дороги. Слева от нас Троицкий логопарк. А что значит логопарк, ребята? Посмотрите, через какой мост сейчас проезжать старый будем. Невероятно. Через железную дорогу. Серпантиновая дорога началась какая-то. Съезды, заезды куда-то непонятные. И лесные массивы. Тут такие деревья старые, интересные, заброшенные. Просто не могу проехать мимо. Посмотрите, какие просто деревья. Тупо дерево. Здесь только... А вон камыши вижу, здесь пруд какой-то. Старые деревья. Давайте проберемся, посмотрим. Это же вишня или что это вот расцветает? Смотрите, камыши, ребята, камыши. Утка полетела, спугнули. Смотрите, просто рядом город, а здесь вот такие вот места. Дикие, посмотрите, как в фильмах ужасов. Коряги. Чага, чага. Может быть, на какое-нибудь дерево заберемся? По каким-то болотам. Уже видно то, что мошкара уже начала летать. Но тепло, лето начинается. Вот такой здесь вообще упавшее дерево, просто через кусты, через тернии. Просто дерево. Вот оно сухое. Я вот немножко здесь забрался. Может быть, туда куда-нибудь попробуем забраться, наверх? Здесь вроде можно. Ой-ой-ой, сухое. Забираюсь на дерево. Хочу просто чуть-чуть хотя бы на дерево забраться. Вот сюда.
тупо на дереве, ребята, на дерево забрались. Реально, не верите? Вон кат вижу отсюда, и там вот это вот здание, типа в стиле замка. Туда наверх дальше как-то страшно пробираться. Вот эти вот сухие, они, если за них взяться, то можно прилично-таки оборвать. О, видите? А тут высоко. Туда, наверное, дальше что-то я побаиваю, еще только так высоко. Давайте спустимся уже. Спускаться нам вот туда. Надо еще под ноги смотреть. Ну что, ребята, спускаюсь, давайте и двинем дальше. Сапсан, Сапсан поехал. Вроде спустились. Хотел давно на дерево куда-то забраться. Сбылась мечта идиота. Ну все, мы дальше туда сейчас продвигаться будем. Там какие-то барханы, ребята. Какие-то насыпи непонятные. Тут огорожена какая-то трасса. На мотоциклах, что ли, катают? На кроссовых каких-нибудь? Посмотрите, тут все забором перегорожено зелененьким, арабицей, сеткой. И видно, трасса такая. То ли на мотоциклах, скорее всего, на мотоциклах. Но на велосипедах же тоже на МТБ можно по таким трассам гонять. Правда ли? Вот бы там проехать. Давайте посмотрим, может быть, где-то пролезть. Можно проехать? Фух. Прямо прошли. По трассе, может, проедем? Да, заехали чисто на трассу. Надеюсь, нас отсюда не выгонят. Чисто трасса. Не для шоссейного же велосипеда, интересно. Я вижу, что на мотоцикле. На мотоциклах тут гоняли. Трасса оффроад. На шоссейном велосипеде по трассе. Посмотрите. У меня заносит аж. Трассе. Вот здесь прыгнуть не будем, наверное. А здесь вот такие вот типа лежачих полицейских маленьких. Посмотрите. Раз, два, три, четыре. Никогда по таким трассам не ездил. Особенно на шоссейном велосипеде, ребята. Аж захват. Вот оффроад. А вы думали, шоссейный велосипед только по шоссе? Нет, ребята. Ладно, давайте, пока нас отсюда не выгнали, обратно проберемся через вот этот пароход. Чисто ворвались на трек для мотоциклов, потому что видно было то, что реально мотоциклы там ездят. Продвигаемся, вот она. Трасса, вот она. По этой трассе мы ломили. Просто ломили по этой трассе. А здесь вот и как раз-таки для зрителей площадки. Здесь вышка, здесь кто должен сидеть. Вообще никого нет. Ни здесь, ни там. Река виделась желтая, замковая. Окна, кстати, что примечательно, искусственные, то есть нарисованные. Может быть, это какой-то непонятный макет какой-нибудь? Надо будет с вами где-нибудь становиться. И привал сделать на прием пищи. Выехали. Давайте туда, к лесному массиву продвинемся. Справа от нас кладбище. С другой стороны попробуем заехать, посмотреть, что за кладбище. Доки, доки тоже. Везде доки. Посмотрите, как все желтое, все расцвело. Как вот эти цветы называются? Рядом с одуванчиками растут. Просто поле желтое. Анютины глазки? Нет, Анютины глазки вроде фиолетовые. У Анюты же не могут быть желтые глаза. Хотя, если гепатит, то может. Если печень больная, там цирроз печени, желтые глаза у Ани могли бы быть. Повернул направо. Хочу посмотреть, что тут за кладбище такое здоровое. Смотрите, церковь. Но я и здесь хочу посмотреть. Здесь какое-то еще кладбище было. Что за кладбище? И потом обратно спустимся. Как будто канатами такими держит его. Там снизу кладбище и такие вот стенки. Урны, наверное, в них. Я таких еще не видел никогда. Вот он, этот величественный мост. Посмотрите, какие канаты. С чего они сделаны? Ребята, посмотрите, какие склепы старые. Просто невероятно. Можно туда на велосипеде заехать, интересно? Давайте попробуем. Это еврейское кладбище. Тут должна быть синагога тогда получается, если логически рассуждать. Еврейское кладбище. Режим работы с 9 до 18. Синагога, ребята. Здравствуйте. Нельзя? По дорожкам можно? По дорожкам пойти можно, асфальт? Спасибо. Ребята, еврейское кладбище. Посмотрите, здесь такие старые склепы здоровые, огромные. Немножко посмотрим. Я разрешение спросил, мне разрешили по дорожкам проехать. Просто завораживают.
Сюда, как на экскурсию, можно также приходить, потому что очень-очень старое кладбище, ребята. Новые захоронения, так и старые. Наверное, 18-19 века. Посмотрите, куполами какие. Древние, там даже что-то написано на них. Очень старые склепы. Старые-старые деревья, очень много вот таких вот склепов пирамидальных. Посмотрите, это явно 19 век минимум, а то и 18. Надеюсь, я своим присутствием никого не потревожу. Тем более, еще раз повторяю, я разрешение просил. Прямо упало. Монумент вот этот, монолит упал. Сильно-то разгоняться не будем, ребята. Тут рядом с этим кладбищем есть, вдоль идет уже православное кладбище. Это со стороны, откуда мы приехали. Видите, еврейское граничит с православным кладбищем. Посмотрите, какие старые захоронения. И я здесь еду такой весь в раскрашенной салатовой своей джерси, в балетках ярких. Весь пестрю, переливаюсь, вплоть до шлема и перчаток. Оно туда так дальше распространяется, ребята. Здесь вот так прям возле дорожки без заборов расположились могилы. Ну, тут современные вот эти могилы. Ну, как современных, так очень много старых вот этих склепов. Интересных вот этих уже, как произведение искусства. И, наверное, на выход, на мост обратно. Тогда сейчас в сторону Купчино ломанем, сейчас на мост и туда. Склеп, который мы за дорогой видели, посмотрите какой. Там даже как будто с чердаком, с крышей. Открытый. А вот со стороны синагога. Сейчас спуск, спуска будет. Там колокольный перезвон начался, как я проезжал мимо, и у меня камера не включалась. Слышите? Колокольный перезвон. А вон вижу звонника. Вон звонника вижу, играет, играет на колоколах. Ну а мы ломанули дальше по нашему импровизированному маршруту, ребята. Наверное, куда-то влево примем сейчас сторону. Уже окраина Купчино, вот эта вот территория огромная, Фрунзенский район. Движемся к окраине города Санкт-Петербург с южной части. Отсюда вижу зону. С той стороны зона или колония поселения у нас в Санкт-Петербурге. Вон, на той стороне. Видите, вот там все в железные заборы, колючки много-много. Там еще вышки должны быть. Старое все. Даже на крышах железная колючка. Это колония поселения. Не помню, номер 4 или номер 5, как называется. Не попадайте, ребят, туда. Ни в коем случае. А вон вышку вижу. На углу, видите, вышка. Там, наверное, с оружием часовой. Вот такие вот, ребята, пироги с котятами. Сейчас надо где-то вправо принять. Наверное, вот здесь и примем резко. Заезжаем в Купчагу. Заезжать туда не будем. Сейчас к окраине ломанем налево, вот туда. Там тоже кат виднеется. Самое что ни на есть окраина получается сейчас будет. А если туда дальше, там поля пойдут. Не знаю, завпечатлим или нет эти поля. Прямо тут не проехать, тут нужно направо поворачивать. Туда пробираться, по-моему, смысла нету, наверное. Тут все в заборах, я не знаю вообще, можно ли туда. А вообще, ребята, тут какая-то тропинка замысловатая. Может быть и проехать куда-то можно. Давайте проберемся. Смотрите, импровизированный мост. Тоже железная дорога туда, на промзону. Непонятно, ездит или не ездит. Видите, одуванчики летают, пух. И туда распространяется. Я просто не знаю, здесь какой-то проход есть, люди ходят. А куда ходят? Все затоплено бетонными шпалами, такой мост. Видите? Насыпи, насыпи глиняные. Это именно глина. Все как будто заброшено. Там вот развилка, стрелки. А мы вот туда, по импровизированным мосточкам. Тут гаражи начинаются по обеим сторонам. И дальше дорога натоптанная. Ну, только куда она идет? Там тоже железная дорога. Опять куда-то на велосипеде шоссейном занесло. Посмотрите, сколько граффити таких пестрит, красивых, разноцветных. Посмотрите, это прям произведение искусства. Вот когда вот красиво сделано, именно аккуратненько, ровно. А то и вот посмотрите, вот там вот девушка с гоупрохой. Прямо должен подъехать. Должен. Кто вот это дело, этим делом занимается? Может быть, даже блогер какой-то, видите? С баллончиком улыбается. И GoPro. Интересно, какой версии? Белая или CGI? Может быть, даже CGI, может быть, это не GoPro. Или какое-нибудь китайское. И вот тут с клыками, как будто вампир. Посмотрите, это произведение искусства все. Давайте, что-то мы от дороги отъехали. Куда-то туда, может быть, посмотрим, куда она идет. И нам нужно становаться где-нибудь, нужно прием пищи сделать. О, Вуди Вудпекер, ребята, Вуди Вудпекер. Тут какая-то яма. Надеюсь, поезд не поедет. Это, по-моему, кат, развилка опять. Мы возле када сегодня в основном, буквально. Аккурат
ездим. Здесь хоть не такие рельсы, то есть шпалы вот эти бетонные, не такие ямистые, ухабистые, но все равно трясет. Сейчас правее примем, там куда-то есть развилочка. Может быть, даже надо было здесь становаться, или под мостом где-нибудь. Санкт-Петербург перечеркнуто. Во, давайте туда ломанем. Я, по-моему, здесь раньше проезжал, но на другом велосипеде, как раз-таки на Крусвее 300. Посмотрите, развилки какие. Здесь шоссе на велосипеде, я здесь не проезжал. Просто все гудит невероятно. Посмотрите, какие тут частенько и видно проезжают. Земельная дорожка такая выпаханная, примятая. Какая здесь просторная дорога. Эхо граничит с шумом, который на КАДе. И вот это уже действующая железная дорога. У меня песок под ногами. Прямо под развилкой кадовые, как раз таки градини две. Южная ТЭЦ или... Да, Южная ТЭЦ написано. Там дальше вообще какие-то трубы большие. Сверху трубы проходят, видите, лестница пошла. И туда. Давайте туда к леску куда-нибудь продвинемся и там застануемся. Кстати, заметил, смотрите, как я вот на велосипеде по этому полотну шарашил. Видите, меня же заносило. Вон, по песку, посмотрите, на шоссейном велосипеде. Не знаю куда, либо здесь направо, либо прямо ехать. Даже, наверное, с навигатором не разберусь. Попробуем прямо проехать. Может быть, возле ТЭЦа застануемся. Посмотрите, какие огромные. Прямо случайно так теперь подъехали к ним. Они нас просто привлекают, притягивают вот эти вот охлаждающие трубы. Птички поют. Вот она, Южная ТЭЦ. Огромная такой, цех огромный. А справа уже трасса пошла. И мы куда-то в сторону Ленинградской области. Срочно нужно становаться где-то. Смотрите, какой молодняк по бокам. Труба какая толстая, высокая. Представляете, туда забраться наверх? Страшно. Куда-нибудь сейчас свернем и застануемся на каком-нибудь пнечке. А давайте тогда проберемся туда и там застануемся. Сделаем перекус. Я сейчас буду пробираться вот прям по этому, в своих балеточках, по этому дереву. Главное не ломануться. Тут хоть и не высоко, но я с велосипедом. Опа. Скользко. Не упасть бы со всем этим оборудованием. Вот на карета легко, по-моему. Опа. Держусь. Надо было, наверное... О, сейчас перетаскиваю велосипед рукой. Опа. Главное не зацепиться. Опа. Все трещит. Пробрались по этому. Видели? Я одной рукой держал велосипед. И сюда, на стан. А вот как раз-таки место. Сюда велосипед поставлю. А вот здесь с чагой и с бутылочкой бутылку сейчас уберем, застануемся. Главное, чтобы клещей не было. Вот, ребята, здесь я расположился. Возле дерева какого-то поломанного. Тоже опять в лес куда-то. Там вообще густота. Не знаю даже, куда туда. Наверное, к трассе проходит все это дело. И вот здесь вот стан. Бутылочку-то я убрал. А GoPro-ху поставил на седло. А сам вот сейчас вот на этот импровизированный стан. Надо еще вытащить. Надо сорвать. Да, вот поставлю. Здесь у меня ключи. В одной стороне, в другой ложка, сухофрукты, изюм и несколько, 3 или 4 штучки, как оно называется? Финики. Ложка, кстати, у меня именная. Алексей написано. Видите? Здесь я, наверное, сяду. Клещей-то, наверное, нету, не знаю. Ой, она еще движется так. Здесь у меня, сейчас вам покажу. Может быть, это не очень лицеприятно выглядит это все дело. Это творог, орехи, арахис, не обжаренный, не чищенный, бананы, молоко и творог 2%. Это все в блендере смешал, это дело. А, и у меня еще водичка есть. Это отличный зожный прием пищи, как на массонабор, так и на сушку. На сушку я просто бананы не ложу туда и молоко. Какао еще, да. То, что цвет коричневый, это из-за какао натурального, без сахара. Там кто-то на мотоцикле ехал, а меня здесь видно хорошенько, я же весь вон. Меня прям как блистаю, меня со всех сторон видно с километра. Сейчас протеиновой бомбой закинемся, белково-углеводной, и дальше по маршруту туда. Поедем куда-то, где-нибудь направо попробуем свернуть. Я сейчас поем, и душенька моя будет спокойна. Вот такая вот масса. Она вкусная, сладкая. Вы не смотрите на вид, она очень вкусная и очень полезная. Финики в ход пошли. Я говорю, финики в ход пошли. А я никогда не видел, что у нас финики, это же ягода какая-то, фрукт. То есть свежий, он у нас вообще, по-моему, не продается. У нас только в таком виде, импровизированном. Курага, чернослив, любой вот такой фрукт, который изюм, сушеный виноград. В таком виде он очень калорийный. А у меня еще изюм с собой. Побольше калорий взял. По калориям тоже даже на массе лучше не перебирать, чтобы жировой прослойки особо не росло. У фиников такая косточка продолговатая. И вот он изюм, посмотрите. Изюм пошел в ход. Ладно, все убираю по карманам, ничего не сорю. Пакеты все. О, нифига! Осины такие, ничего себе, здоровые.
Я тут сижу, ребята, рядом... Рядом с улиточкой. Тут еще какой-то красный. Видите, какой-то красный. Кто это? А это не клещ случайно? Попол. Слушайте, а здесь клещей-то нету? Клещей, надеюсь, я не нахватался. Надо посмотреть. Весь грязный вообще, непонятно откуда вылезший. Ну что, давайте двинем дальше по нашему... маршруту. Вот и правда. Обратно по этому бревну, прямо ровно, быстро-быстро пролез. Обратно удобнее намного было. Ой, какие здесь... Опять у меня... А это уже... Нож вывалился. Я тот здоровый-то с собой не брал нож. Мало ли чего. А просто вот такой вот складной взял. Потому что у меня собачка. Собачка сломалась. Видите, все, надо как-то починить. Сумочка. Это уже даже не окраина города. Мы за черту города выехали, ребята. Софийская улица и кольцевая автодорога. Посмотрите, бетон расплескало. Миксер, бетономешалка. Сколько бетона. Тут на ту сторону никак не перебраться. Это мы возле Южной ТЭЦ где-то все тусуемся, ребята. Там сзади нас Софийская улица, и здесь какая-то дорога идет. Куда-то поворачивает, непонятно. Бетонный завод. Вот почему там бетон расплескали. Здесь бетонный завод, и под ТЭЦ. Посмотрите, сколько покрышек много. Здесь карт-картинги, что ли, маленькие ездят. Это импровизированная трасса была. Посмотрите, сколько покрышек. Просто навалена куча. Хорошо, хоть их не жгут. Вон, здесь, наверное, здесь выстраивают эти покрышки, чтобы трасса была. Мы сегодня с вами были на трассе для мотоциклов кроссовых, а сейчас для картингов по трассе едем. Только не выстроена сама по себе трасса. Вон она, трасса по Софийской. Не знаю, туда никуда не пробраться. Там какие кучи. Это, наверное, из этих куч бетон делают, смешивают. Вот он, наверное, бетон перевозит. Собаки начинают лаять. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Там железная дорога опять какая-то. Интересно, там вообще можно куда-нибудь проехать нам будет? Или там все перекрыто? Или все-таки нам придется на трассу возвращаться? Там шлагбаум, ребят. И здесь железная дорога. Промышленная зона. Видимо, там дальше мы вообще никуда не проедем. Потому что там вообще завод. Где же мы здесь можем проехать? Какие-то трубы огромные. А туда, наверное, мы тоже не проедем. Смотрите, грязюки-то сколько. Это, наверное, на ТЭЦ. Там бетономешалки, миксеры. Тоже там проходная. Мы, наверное, здесь не пройдем, ребят. Так пахнет еще. Заводами пахнет. Вот этим бетоном. Смешивает. Вот там такие огромные кучи, насыпи навалены. С которых, наверное, бетон-то и получается. Прямо горы. Куда-то к трассе сейчас ломанем. О, вот они, насыпи. Просто здоровые. Там даже непонятно, из чего. Видно, какая-то одна гора щебенки, другая. Может быть, даже сам этот бетон. Хотя вряд ли бетон, потому что он бы... Дождь прошел бы, он затвердел бы. У нас один вариант, ребята, на трассу. На трассу выезжаем. Еду по Софийской улице в сторону Купчино. Все проносятся. Вон город виднеется отсюда. А туда накат направо. Вон внизу мы, помните, были? Ползали там. А теперь сверху едем. Удивительно. Сейчас резко в город заедем. Как раз обогнали справа. Оттуда спустились, вон, со стороны КАДа. Здесь хочу дорогу перейти и туда, вглубь Купчино, забуриться. Тупо напрямик через пустыри. Мы такой круг здесь обернули там. А вот и само Купчино начинается. Райончик. Посмотрите, тут вообще выбоины, ямы. Все раздолблено после зимы, наверное. Вот так вот резко ворвались в Купчино. Посмотрите, какая тахта выкинута. Это вот такая тахта, это когда у психолога, психиатра человек на приеме, и он так вот ложится, а он сзади головы твоей лежит, то есть сидит, а ты лежишь и рассказываешь ему свои проблемы. И вот открывается вид на парк в районе Купчино. Там с церквушкой мы раз ее снимали, и трамвайчик поехал. Такие большие пространства открытые, еще не застроенные никакими жилыми комплексами. И тучи, посмотрите, какие дождевые, вот это вот именно уже дождевые, но нам сегодня с вами повезло. Ну что, буду заканчивать на сегодня свое видео. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, обязательно комментируйте. Это способствует продвижению канала. Всем добра и удачи. До встречи в следующих видео. Велосипедное комьюнити. И всем-всем-всем пока!